еще я не могу не вспомнить то, что ты мне показал на телефоне, да, вот с Авериным. То есть очень на самом деле такая, ну, необычная и очень прикольная вещь. Это родилось вот просто, да, на съемочной площадке, это такие мини-мини-муви такие. Мини-мини-муви, да. Да. Очень мини-муви. Это родилось так, на площадке. Я вообще очень люблю тратить время с пользой. Я терпеть ненавижу сидеть без дела. Мне нужно все время чем-то заниматься. Если чего я не умею, я не умею отдыхать. Два дня, и у меня дальше начинается паника, потому что что-то не так, в смысле, мне не нужно, мне все время нужно что-то делать. У меня все время куча работы, и если ее нет, я ее найду. Так вот, съемочная площадка, перерыв, обед, час. В этот момент вся съемочная группа садится, кушает, расслабляется. Кто-то вообще даже не общается ни с кем, просто чтобы остаться в своем мире. Вот. И в этот момент, представьте, по съемочной площадке бегают два идиота, как ошпаренные. Один с телефоном. Кричит: «Свет уходит! Лодки на воду!» Вот. Более того, через несколько дней таких съемок, я скажу сейчас про мистера Внезапного, друзья, сейчас кто мог не понять, так вот. Так вот, это да, то, что я снимал как режиссер, и Макс Аверин там снимается как единственный артист. Вот, он ну какой? Там, ну какой артист? Так вот, и мы бегали все время, веселились, покупали реквизит сами. Потом вся съемочная площадка, не поверите, осветители. Для кино это что-то из ряда невозможно. В свой обед осветители ставят мне прибор, и я говорю: можно мне вот сюда вот? Я говорю: ну хотя бы 1200. То есть это на энтузиазме? Или да, нет? Просто потому что им очень понравилось. Им кажется, что это очень весело, они каждый день... Это действительно очень весело. А вы уже сняли? Вы уже сняли следующее? Каждый день спрашивают. Я говорю: ну вот сегодня, сейчас я домонтирую. Я все монтирую в телефоне, у меня сразу сижу в вагончике, там же монтаж в этом маленьком телефоне. Все сразу на ходу, и, в общем, они поставили прибор вместо 1200, 3000. Это сейчас это не деньги, это так называются приборы. Да, это важно пояснить. Киловатт. В этом дело, да. Так вот, реквизиторы специально опускали лодку на воду, чтобы я снял кадр заявочный в последней серии первого сезона. Я так очень серьезно об этом говорю, мистера Внезапного. В общем, но все зрители могут это посмотреть в интернете, потому что это очень забавная вещь, это действительно все очень, на самом деле, раскрывает новые технологии, в принципе, выходит на новый уровень, потому что в современном мире технологии, они позволяют тебе на телефон снять что-то в HD-качестве, что-то, что еще можно потом показать по телевизору, что в моей голове, в принципе, ну, как бы в современное, оно довольно-таки укладывается, но я тоже все равно иногда думаю: черт, ведь когда я был как бы маленьким, это было вообще невозможно. Даже когда я уже взрослел, это казалось вот эти вот, ну, все же телефоны. Я думаю, люди постарше, они вообще, в принципе, я думаю, был бы я постарше, у меня бы вообще в голове не уложилось, как это возможно все. Ну, как-то укладывается, на самом Хорошо. Деле, хотя очень сложно представить, на самом деле сложно представить, как мы раньше без этого жили. Вот здесь ровно такая обратная история. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».